Остров Мудюк – место историческое. Археологи находили здесь останки поселений первобытных людей. Но по-настоящему известным остров стал во времена Гражданской войны. В конце августа 1918 года французские интервенты создали здесь концентрационный лагерь, за что Мудюк получил прозвище «Остров смерти». Заключенных было очень много и очень разных. Поначалу это были общественные деятели города Архангельска, Архангельской губернии. А затем стали сюда попадаться и военнопленные, которых брали в боях в плен, вот во время тех боев, которые проходили в 18-19 годах, вот здесь на Двине, на Ваге, на Онеге, на наших северных реках. Попадали сюда не только сторонники советской власти, а все, кто так или иначе был недоволен присутствием интервентов и белогвардейцев на архангельской территории. Концлагерь проработал чуть меньше года, но сколько людей прошло через него, сейчас трудно сосчитать. Цифры разнятся от 500 до 1000 человек. Живыми с острова отбыли не все. Бараки для заключенных, смотровые башни и ряды колючей проволоки. Все это напоминает о том, что на острове Мудюк во времена Гражданской войны работал первый в России концентрационный лагерь. Возможно, даже по этой самой дороге, вдоль этого забора, 100 лет назад шел надзиратель из числа интервентов или белогвардейцев, громко зачитывая фамилии тех, кому предстояло отправиться на расстрел. На самом Мудюге людей обычно не расстреливали. Осужденных перевозили в Архангельск. Первый и единственный случай смертной казни на острове случился летом 19-го, когда после неудачной попытки побега были убиты 13 узников. А сразу после этого лагерь был закрыт. В советское время эта территория стала музеем. Сюда приезжали почтить память жертв интервенции. В 1967 году на острове побывали тогда еще пионерки Людмила и Мария. Тогда было чувство торжественности, какой-то ответственности. Но когда нас провели по Мудюку, когда нас познакомили, в свои 13 лет до нас дошло, что это страшно. Эти страшные времена были. И мы были так, в общем-то, взволнованы. Да, даже как-то потрясены такими вот условиями содержания людей. И то, что они могли вытерпеть вот это все. Угу. Ну, для детского осознания, конечно, это было потрясение, тяжело. Потрясение, угу. Да. В 90-е годы интерес к острову начал угасать, а в 2012-м музей и вовсе закрыли. Споры о правильности такого решения не утихают до сих пор. В областном краеведческом музее этот комплекс надеются возродить и уже прорабатывают возможные проекты. Музеификацию таких объектов, как поселение первобытного времени на северной части острова Мудюк, остатки железной дороги, которая шла по острову Мудюк из того глубоководного порта, который зимой здесь устраивался в годы Первой мировой войны. Это, значит, восстановление этого музея, музея Каторжан, ну и той ландшафтной, природной, культурной тропы, которая здесь существует. Пока проект существует только на бумаге. Возможность воссоздать комплекс все еще есть, если удастся решить вопрос с финансированием. Михаил Меньшенин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Приморский район.